И тему продолжим в студии. У нас в гостях коллекционер Александр Васильевич Филь. Александр Васильевич, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. С чем вы к нам пришли? Ну как, мы уже видим, давайте расскажем нашим. Просто все привыкли, значит, какие монеты бывают. Монеты обычно имеют круглую форму, значит, и люди привыкли видеть их такими. Круглыми. Круглыми. Да. Но есть монеты и квадратные. Вот, допустим, Республика Конго выпустила монету. Конго? Республика Конго. С обратной Республика стороны. Конго здесь, да, 10 франков, видимо, конговских, и тут лев. С обратной стороны называется иллюзия. Если присмотреться внимательно, то в лепестках розы находится молодая пара, которая, возможно, целуется. Да, вижу. Спасибо, что сказал. А тут какая-то... Это не металл, это вот керамика, это, да? Нет, это такая наклейка, голограмма. А, голограмма. Понятно. И это монета современная. Современная монета, да, современная. Угу. Вот современная монета... Это Республики Палау, эллипсовидная. Угу. Тоже, тут тоже иллюзион. Видим рыцаря, да, а если приглядеться, то там... В бороде у него много кто есть. Да. Мельницы. Санчо Панса, да, и Дон Кихот. Сам Дон Кихот. А можно... Еще какие монеты? Также бывают? Выпущены монеты, допустим, тем же Республикой Палау на смерть Иоанна Павла II. Папы Римского. В виде креста. Вот в виде креста. А вот это вот что за вообще невиданное, даже не металлическое, значит, я так понимаю, да? Это тоже Республика Конго выпускает, так сказать, экзотические монеты из акрила. Угу. Значит, целая серия выпущена, значит, у меня еще хранится, значит, тоже посвященная на смерть Иоанна Павла II, точно такого же размера. Значит, это... А это Моцарт? Это Моцарт. Великий это... композитор, да, из Конго. Нет, это просто эта монета, так как Палау являлась когда-то колонией Германии, угу. Германия выпустила такую монету у себя под видом Конго. Понятно, отлично. Это каким же должен быть карман, чтобы уместить в нем такую монету? А вот в таких коробочках оно и находится. Но я так понимаю, это монеты достаточно современного образца. Современные образцы. А старинные монеты вашей коллекции? Ну, меня, как всегда, значит, очень интересует безмонетный период. Это тогда, когда 10-11 век, когда на Руси не было денег. Что это? Это так называемая новгородская гривна, платежный слиток. Он ходил на Руси с 11 по 14 век. А вот на такой слиток сколько можно было купить в те времена? Что можно было купить? Точно я не знаю, но в интернете промелькивает такая фраза. Можно было купить хуторок из 5-7 дворов. А можно спросить, какая в вашей коллекции самая дорогая, я имею в виду по стоимости, монета? Ну, очень трудно сказать, какая. Значит, они все, конечно, имеют свою нарицательную стоимость. Угу. Но, допустим, больше всех мне дороги вот такие гривны. Понимаете, ну, это дело? Вам лично. Вам, да, у вас какая-то история наверняка связана. А вот за сколько можно продать вашу самую дорогую монету? Да, понятно, что здесь есть сегодня. Ну, может быть, тысяч за 150. За 150? Одна монетка. Монеточка такая. Тысяч за 150. Ну, вот скажите, пожалуйста, насколько развит сейчас рынок коллекционирования, коллекционный рынок? Много ли подделок? И как вообще купить так, чтобы не напороться на нее? В последнее время, значит, очень сильно в городе распространено мошенничество. На всех углах, возможно, там где-то у родника, в торговых центрах, у банков. Сомнительные личности предлагают монеты. Как правило, это наши царские монеты. И когда заглядываешь в каталог, они действительно там стоят очень дорогие деньги. Вот буквально вчера мне приходило там письмо, тоже посмотрите, пожалуйста. Все это китайские сувениры. Для того, чтобы каким-то образом обезопасить коллекционеров, клуб коллекционеров Южного Урала является официальным дилером национального нумизматического реестра. Значит, то есть все монеты внесены в какой-то определенный реестр, да. И когда покупаешь вот такую монету с документами, или как это, что это? Это называется помещение монет в определенную капсулу. Mm-hmm. Это называется слаб. Монете присваивается грейд, то есть какого состояния монета. Вот эта вот монета состояния auditalis. То что это такое, это, auditalis? Auditalis — это приблизительно очень-очень хорошее состояние. Очень хорошее состояние. Значит, она заслабирована, пальцами уже ее никто не берет, mm-hmm. вреда никакого не наносится. И занесена в реестр. Вы можете открыть любой аукционник, посмотреть auditalis в этом состоянии, сколько она стоит, и приблизительно будете знать, сколько она стоит. Также к таким монетам выдается, значит, сертификат пластиковый, где написан вес,
размеры и так далее и тому подобное. Ну, покупая в таком виде, можно себя обезопасить. Покупая в таком виде, коллекционеры обезопасивают себя. Особенно начинающие. Они редко... Александр Васильевич, а вот мне интересно, а коллекционировать монеты могут только богатые люди или нет, если есть интерес? Вообще, коллекционеры кто эти люди? Это значит, будем говорить от рабочего до профессора. У нас есть и профессор музыки, у нас есть, значит, и обыкновенные работяги, которые работают на заводах, слесари, есть юристы, есть ученые. Слесарь может сам себе монетку вытащить, значит, если что, да. Ну, в основном сейчас у нас цель какая нашего клуба? Чтобы привлечь молодое поколение, понимаете, у нас очень возрастная категория, но есть и молодые ребята. Какая возрастная? Вот самому старшему среди вас, который год? Ну, наверное, лет за 80. А ну, самый молодой? Потрясающий. Самый молодой, значит, ну, это студент, 20 лет. А что важнее, количество монет у коллекционера или то, какая? Понимаете, это направления различные у всех. Вот вы говорите, вот как собирать? Значит, очень многие собирают современную ходячку, вот которая современные монеты, да, которые ходят у нас, находятся в обращении. Это вот 10-рублевые монеты, посвященные городам-героям, значит, городам воинской славы. Спасибо. В студии о моде на коллекционирование мы говорили с собирателем монет Александром Филем. А далее новости.